Всем привет! В этом видео расскажу о всех яичных пополнениях, которые у меня произошли, какие яйца я заложил в инкубатор, о которых я вам не рассказывала. В основном это яйца купленные и не только купленные. Параллельно будем распаковывать еще одну посылочку. Сейчас все расскажу, какие яйца мне пришли, какие лежат, от каких пород. И неудачно одна посылочка пришла, тоже об этом всем расскажу сейчас. Ну, а параллельно, как я уже сказала, будем распаковывать вот эту посылку. За это время мне, о которых я вам не рассказывала, пришло 3 посылки. Сейчас расскажу по порядку. Начнем с этой посылки. И здесь яйцо не купленное. Здесь яйцо выигранное. В одной группе птицеводческой проводят розыгрыши яиц от породной птицы. И я выиграл 10 яиц от кое-какой породы. Сейчас расскажу, от какой. И это не первый мой выигрыш там. До этого я тоже выигрывал яйца, они уже в инкубаторе. Сегодня буду вас копировать. Там микс пород я выиграл первый раз, 10 яиц там. Ну, от пород, на самом деле, у этой женщины много. Выиграл 10 яичек, микс пород, не вместе породы содержатся, а именно от каждой породы, там по одному яйцу, по 2 яйца, а каких-то вообще не получилось. 10 яиц выиграл, еще десяток докупил, думаю, ну а что от 10? По итогу там разные яйца получились, от фаверолик 2 яичка, 4 яичка от китайских шелковых, вот так смотрите, отличного вывода. Дальше яички от павловских кур, одно от золотистых, другое от серебристых. Но я их просветил уже, пока проветривал недавно инкубатор. И, к сожалению, в одном кровяное кольцо, другое неоплод. Яичко от голландских белохохлых, оно живое. Ну, а так все остальные буду сегодня просвечивать. Там яйца от амираукан есть, от лакидандзи, от сильверудов. Я сейчас всех не вспомню. От билефельдеров. Лигорны далматинцы, кстати, вот хочу тоже их, чтобы вылупились. 4 яичка там вроде целых от них. Надеюсь, что-то получится. А это яйца от определенной породы. Вот так, смотрите, шикарно запакованы в такие трубы. Вот такие яички. Можете пока что написать свои догадки в комментариях, хотя угадать, наверное, очень сложно. Сколько пород разных. Вот так вот покажу вам. Вот так запаковано. Тут вроде как 12 яиц, ну, по крайней мере, 12 этих штучек. Выиграл 10, прислали 12, ну, на неоплод. Ой, что это такое? Так, интересно. А это яичко вообще от Элла Киданзи. Почему так? Не знаю, видать, на неоплод прислали другими яйцами. Но это все равно микс выиграл, мне какая разница. Значит, я все породы хочу. И тут от лакидандзи яичко. Вот так. Вообще яйца, я же сказала от кого? Или я не сказала от кого? Яйца от кур породы виандот. Окрас разные, но очень прикольные курочки. У них так прям каждое перышко обведено окантовочкой. Очень мне нравится эта порода. Вот, виандот. Так. И тут виандот. Сейчас посмотрим. Надо доставать, чтобы целостность проверить. Но я думаю, целая упаковка. Прям шикарная упаковка. Ладно, что я о них болтаю. Расскажу дальше по ссылке. От этого же человека я, как уже сказал, выиграл 20 яиц. И вчера мне пришла еще одна посылка. Это я покупал яйца породистых кур. Куда я яйцо дел? Покупал яйца породистых кур. Яйца шли довольно долго, задержались там на почте. И когда я пришел на почту, там, ну, показываю номер. И, в общем, говорят, ага, это посылка, которая воняет. И я понимаю, что яйца там просто протухли, видимо. От посылки, правда, ужасно несло, просто тухлятиной. Но
я распаковал. Там такая жуть была, яйца побились, не все. Целые яйца оказались, и мне прислали их гораздо больше, поэтому целых получилось даже больше, чем я оплатил. Но неизвестно, что внутри и как они взболтались вообще. Яйца от кур породы La Flèche, если знаете такую породу. Это рогатые куры. Заказывал по 15 яиц от каждой линии. Там две линии, ну, чтобы потом сформировать неродственных. Ой-ой-ой, аккуратненько, фух, чуть яйцо не разбил. Так. Надеюсь, вы не против на меня посмотреть, ну, чтобы не на коробку смотреть. Заказывал по 15 яиц от каждой, да, по 15 от каждой линии, чтобы потом сформировать неродственные. Мне прислали именно от La Flèche самих больше яиц. Точно не могу сказать, сколько, но целых, в общем, получилось достаточно. И мне подарком, я даже не знал, прислали яйца от Амираукан. Получается, сколько? Секунду, запутался я что-то. 20 яиц вроде как от Амираукан, тоже там были битые, к сожалению. Сказали, что редкие какие-то окрасы даже. Поэтому я очень надеюсь, что с яйцами все в порядке. Хоть что-то я получу, особенно La Flèche жду. Ну и Амираукана, конечно, тоже буду очень рад, если вылупятся, будут в общем стадии. Голубоичные курочки мне не помешают. Мне можно было в этом году и не отсаживать кур голубоичных с амирауканом. Мне наприсылали по итогу вон. Из миксовых яиц вот эти пород. Есть и лакитанзи, там, ну, разные породы с голубым яйцом. Сильверуды, амирауканы. Плюс вот тут прислали. Так что мне можно было сразу кур сажать к Марану и выводить оливегеров. Так что у меня в целом даже много кур получается. Буду, может быть, и лишних еще продавать. Вот так вот. Вроде все рассказал по яйцам. Очень надеюсь, что будет все нормально с теми яйцами. У меня получится вывести эту породу. Давно ее хотел. Как-то так. А, еще добавлю. La Flèche, если что, я буду держать именно отдельно, как породу. Вот, например, виандоты, которых я только что распаковал яйца, они будут жить в общем стаде. Их я отдельно как породу отсаживать не планирую. Ну, а как будет, посмотрим. Неизвестно еще, как поменяются мои планы. Но La Flèche, они будут жить у меня именно отдельно. А жить будут они с индоутками, скорее всего. Там у меня в этом году сидела парочка маранов. Мараны, я вам рассказывала, будут жить теперь как порода у бабушки там с курьми. Я оставлю чисто маранов, петухов. Потом обязательно в общее стадо тоже оставлю маранов, курочек и петушка. Ну вот у меня, получается, навыводилось. Еще в процессе инкубации должны быть скоро несколько маранчиков. Надеюсь, что вылупятся от моей пары. И плюс у меня недавно вывелись из покупных яиц. И вот я, например, или из покупных курочек оставлю, или из своих яиц оставлю курочек для породы. А остальных курочек в общее стадо. Ну и петушков, соответственно, например, своих. Если, ну, своих петушков к покупным курочкам, покупных петушков к своим курочкам. Ну, я там одного буквально оставлю, общее стадо петушка Марана. Вот так вот. Всем спасибо большое за просмотр и всем пока!